А Марти сегодня выдворен из своего убежища, из своей любимой влажной камеры. И я хочу покормить его снаружи, потому что он настолько ленивый товарищ, что это кабздец какой-то. Красивый мужчина и не хочет показываться на людях. Ну что это такое? Только вот иногда там бицухой хвастается и все. Не в курсе еще, что сегодня у нас первый планет. Глянь, что есть. Ты видел, нет? Глянь, я тебе говорю, прикол, хрустики. У, где хрустики? И без пива, ё-моё. Хрустики. А, в лицо вошло за секунду, все нормально. Отлично можешь кушать и без влажной камеры, если тебе предварительно выколопать оттуда. Глянь, какой хрустик. А, тень, тень мы не едим, вот. Я поняла. Ох, уже та вспышка. Дезориентация. Ну, отпустил. Молодец, что догнал. А то я уже ловить собралась. Угу. Умница. О, лицо серьезное. Прям депутат. Обалдеть. Вот ты ждешь, а у самого еще ус от предыдущего торчит. На еще. Нет, тени это не надо есть. Вот. Вот дятел. Вот оно. Давай посвечу вот так, и тогда ты будешь брать нужной направленности. Ой, говорит, нифига себе шевелится. Не знаю, не слышно, как хрустит. А то бывает так хрустят прямо реально хрустики. Ой, какая нямочка, да? Еще влезет? Давай, думай. А то он зубик уже полный. Сейчас предложу еще. Я тебе последнего предложу. Ты подумаешь? Нет, тень мы не будем ловить. Вот таракан, бери. Угу. Последнего уже так нехотя. Ой, какая вкусняха. Ну, эти таракашки как бы пожестче и покрупнее, поэтому и наедаются быстрее. Нормальная тема. Вкусно и полезно. Ой, какое лицо довольное. Ой, как вкусно было. Улыбка до ушей. Красавчик. Вот пропихивает, пропихивает. Не влез почти, скажи. Главное, чтобы у тебя через уши не повылазили. Остальное мелочи в жизни. Ну, все, можешь идти отдыхать в свою камеру любимую. Все. Спи, балдень.